Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня речь пойдет о красивейшей бижутерии Норскин от компании Oriflame. Это лимитированная коллекция ювелирной бижутерии. Мы сейчас посмотрим с вами новый каталог, а прежде чем приступить к просмотру, я вам хочу показать коллекции, которые я приобрела себе в прошлом году, то есть год назад. Была тоже шикарная коллекция, и я выбрала себе два набора. Они пришли мне в красивых коробочках, все было по отдельности, в таких мешочках. И вот как выглядит украшение спустя год. Просто специально вам хочу показать. Носила я их, конечно, не очень часто, потому что украшения такие богатые, не на каждый день их можно одеть куда-то там на выход, но носила с огромным удовольствием, продолжаю носить. И вот такое ожерелье я выбрала себе с яблоком. Такое вот оригинальное, с кристаллами, с яблочком. Посмотрите, качество цепочки никак не изменилось. То есть все в таком же состоянии, как было куплено изначально. Это вот первый набор. И второй набор. Сейчас покажу. Так, здесь серьги. Это, по-моему, с агатом. А, оникс. Это оникс у нас. Такие вот серьги. Ну, мне очень нравится этот набор, конечно, он здесь гвоздики, но они удобные, хотя серьги достаточно такие тяжеленькие, поэтому я их тоже носила, не часто одевала на мероприятия. Ну, конечно, с такими украшениями сразу бросаешься в глаза, и любой наряд становится более интересным. А здесь оригинально то, что на шнурке черном тоже красивая подвеска. Ну, балдеж. Я когда увидела сразу эти украшения, отметила для себя, что их я точно закажу. А вот то, что сейчас мы с вами будем смотреть в каталоге, я буду смотреть впервые вместе с вами. Для меня пока тоже загадка, что здесь. Я рекомендую выбирать себе украшения, ну, может быть, по вкусу, конечно, а может быть, еще стоит посмотреть по знаку зодиака, какие вам камни подходят. Так, давайте рассмотрим внимательно все коллекции. Так, первая коллекция у нас с белым топазом. Розовые и белые камни. Красивое сочетание. Такой элегантный набор. Здесь кольцо, серьги и получается разные. Можно выписать подвески или на цепочке такой прямоугольной формы, или в форме квадрата. Смотрите, как это интересно на шнурке. Но шнурок фиолетовый, поэтому будет обязывать к определенному цвету в одежде, например, как на модели показано. А здесь цепочка, и можно, естественно, уже с любым абсолютно одеянием подобрать себе такое украшение. Это минимализм, я бы так сказала, но смотрится достаточно оригинально. А, кстати, здесь указаны цены в самом низу странички, цены на каждое изделие по отдельности, то есть их можно приобретать как в комплекте, так и отдельно. Например, серьги 2990 рублей. Может быть, вы скажете, почему такая цена, но это драгоценные камни, драгоценные металлы, то есть это покрытие из натурального розового золота, поэтому цена и соответствует. И здесь тоже вот расписаны цены, я не буду называть на каждое изделие, потому что это будет достаточно долго, но на некоторых я буду акцентировать внимание. Следующая коллекция с синим агатом. И сочетание синего агата и серебра, мне кажется, самое идеальное, потому что холодный цвет агата и серебро более, да, такого холодного оттенка, нежели золото у нас теплое, серебро холодное, поэтому это очень красивое сочетание. Тоже я бы отнесла к минимализму, и такой цвет украшения, он тоже обязывает подобрать одежду в так похожей цветовой гамме или одеться нейтрально, то есть это может быть черное, белое или серое одеяние, тогда будет тоже очень красиво смотреться. Цены указаны у нас ниже. Так, интересно, о, ну вот такие стильные украшения я обычно всегда себе выбираю. Мне нравится что-то необычное, что будет сразу бросаться в глаза и подходить, ну, буквально под многие варианты одежды. И здесь у нас используется лунный камень. Он так неожиданно, да, замаскирован, да, среди этого такого орнамента интересного. Выглядит, конечно, очень здорово. И здесь у нас тоже серьги, подвеска.
И все, здесь серьги и подвеска на цепочках. Очень оригинальные цепочки. Две цепи соединяются, и это будет, конечно, делать более привлекательным этот набор. Здорово. Очень невероятно. Это более классический вариант украшения. Сейчас мы к нему подойдем поближе, рассмотрим. Серьги, кольцо и подвеска на цепочке с гранатом. Тоже гранат, это уникальный камень, он очень красивый, многогранный такой. Я думаю, что его многие будут выбирать, девушки, женщины. Ух ты! Вот это прям мое. Я люблю такие необычные вещи. А здесь дерево и с плодами в виде кристаллов. Здесь у нас тигровый глаз, это база. Тигровый глаз очень круто подойдет под мой цвет волос. И, возможно, именно вот этот набор станет моим любимчиком. Очень красивая. И по ценам сразу смотрю, что цены достаточно приемлемые. То есть так нормально стоит украшение. Не дешевая бижутерия, а с драгметаллами и с камнями с натуральными. Это очень достойно. Здесь у нас используется в этой коллекции розовый кварц и зеленый авантюрин. Обалденный дизайн, настолько необычно, геометрические такие формы используются, здорово все подобрано. И красивое сочетание цветов, розовый и зеленый, выглядит очень достойно. Необычно, достойно. Так, далее. Мне нравится, что здесь все показано на моделях и уже примерно вот как можно подобрать. То есть кому прям здорово подойдет, под какой цвет волос, какая одежда используется. Далее гематит. Это минерал с сакральным зеркальным блеском. Очень богато выглядит. Конечно, это предполагает только вечерний наряд, театр, ресторан. Супер просто. Украшения сделаны настолько изысканно. Я не могу оторвать глаз просто вот от этого орнамента, который используется в серьгах и в середине жемчужного ожерелья. Это, конечно, просто бесподобно. Очень красиво. Следующее – соколиный глаз. Честно говоря, впервые вижу такой камень. Я раньше о нем не слышала. Такие темные цвета синего. Ну, на самом деле оригинальная идея, то что змейка обвивает камень, смотрится, конечно, шикарно. Но это тоже не на каждый день такой вариант ювелирного украшения. Он тоже предполагает какой-то и макияж уже более вечерний, и наряд тоже. Следующее. Я хочу сказать, что у нас практически вся коллекция более такая праздничная. Лазурит. Как красиво! Вот действительно очень достойная работа мастеров. Настолько необычно, хочется рассматривать и рассматривать каждую детальку. Здорово. Я вижу, как будто здесь зайчик с ушками, такой зайчик-плейбой. Слушайте, прям очень красиво. Следующее украшение с малахитом. Ну вот малахит, я могу сказать, что уже более, как бы можно надевать не только с такими легкими вещами, как показано модели, а это будет красиво смотреться в зимнее время года, с красивой крупной вязкой, будет роскошно дополнять только гардероб. Красиво, действительно достойная эта же работа. Ух ты! Так, продолжаем смотреть. Я просто понимаю, что нас ждет это украшение, но здесь про него пока еще нет ни слова. Но это прям романтика, какой шикарный возвышенный набор. О, какое кольцо! Слушайте, это невероятно. Розовый кварц. Я так и поняла сразу, что это розовый кварц. Чудесная работа. Чудесная. Мне кажется, эта коллекция, она еще более роскошная, чем предыдущая. Потрясающе. Здесь серьги на длинные, удлиненные, кольцо и подвеска. Так, а это то самое украшение, которое я сказала, вау, оно действительно такое яркое, эффектное. Это у нас камень карнелиан, карминовый камень, страстный такой, вау, просто шикарно. Но это действительно, мне кажется, это на свидание, чтобы пробудить страсть в своем партнере. И это просто вот как языки пламени обрамляют этот камень, здорово. Раз, прям вот каждый, мне кажется, шедевр. Хризопрас. Хризопрас.
Очень интересное название камня. И мне нравится, что здесь идет сочетание с эмалью. Я вот вижу цветочки эмаль, тоже богатый орнамент, и бабочки, листочки. Такой весенний набор, легкий, цветущий. Ну, никак у меня не ассоциируется с зимой. Хочется это носить действительно, когда май, когда все расцветает, и когда все становится таким прям вау-вау. Так, это еще не все. Продолжаем. Обсидиан. У меня, знаете, у меня аж прям дыхание в зубы сперло, потому что я люблю такие вещички под старину. Очень дорого выглядят, как будто это, ну, действительно несовременное изделие. Досталось по наследству от пра-пра-пра-пра-пра. Супер просто. Красиво, необыкновенно. И тоже здесь кольцо, подвеска и серьги. И браслет еще. Вау! Браслет невероятной красоты. Слушайте, ну это, конечно, супер просто. Дальше. Раух-топаз. Раух-топаз – камень. И необычное сочетание нескольких металлов. Смотрите, как это красиво выглядит, как волна. Кстати, это очень напоминает, что такое из инь-янь, когда все плавно перетекает друг к другу. Мне кажется, такое украшение будет очень сильно гармонизировать его обладательницу. И сам минерал, он очень такой загадочный. Да, действительно, гармония. И рассеивает негатив. Мне нравится то, что здесь есть и описание. И в этой коллекции браслет, кольцо, серьги и кулон на шнурке. Мне кажется, здесь как под кожу. То есть такое же не просто тесьма, а уже что-то более такое основательное. Следующая коллекция. Яшма. Как красиво придумали камень. Как запрятать в орнамент золото. И мне кажется, здесь может быть кристаллы или капельное золото сделано. Выглядит, как будто это все в мелких-мелких камешках, россыпь камней. И показана задняя часть серьги. То есть мы видим, что крупный камень цельный, а сверху одевается как в корсет такой красивый, ажурный. Потрясающе. И он нам гарантирует жизнерадостный настрой. Прекрасно. Брошки. Броши уже, мне кажется, 3-4 года они занимают очень важное место в аксессуарах. Среди аксессуаров очень популярные броши. Просто какой-то бум, мне кажется, на броши. У меня все подруги охотятся за красивыми брошечками. Обязательно им покажу этот каталог. Потому что здесь есть что выбрать. Сейчас поближе рассмотрим. Черная шпинель – это волнующий притягательный минерал, который усиливает внутренний магнетизм и заряжает энергией. Потрясающе, такая пантерка в прыжке. Далее, смотрите, кстати, еще интересно, на моделях показано, какие из украшений, которые мы с вами посмотрели, могут красиво гармонировать с этими брошами. Мышонок. У нас ждет нас год мыши, поэтому мышонок, брошь-мышь, это очень актуально. У меня, кстати, есть брошь-мышь от Oriflame, она, конечно, поменьше, но нужно будет ее достать в этом году, она будет актуальна. И здесь у нас главный камешек, это диопсид, камень творчества, новых свершений, который помогает делать цели ясными и достижимыми. Прекрасно. Ох, как мне нравятся эти желуди. Кстати, очень люблю желуди, я их люблю рисовать, я их люблю собирать, рассматривать, потому что они все разные. У них такая необычная форма, и его приятно держать в руках. И здесь у нас используется тигровый глаз. Тигровый глаз у нас уже использовался в одном комплекте, как раз который мне понравился. Прям мой камешек, мне он очень нравится. Необычная красота, удивительные свойства были известны еще в древнем мире. А какие же у него свойства? Неподвластный сиюминутное влияние. Так, но я не вижу здесь описания. Возможно, описание тигрового глаза было раньше. Надо будет почитать внимательно. И еще одна брошка с розовым кварцем. Такой добрый паучок. Вот однозначно он добрый. Такого паучка не хочется прихлопнуть, да, а хочется его внимательно рассмотреть. Розовый кварц просто необыкновенный камень, тем более такой крупный. В нем можно просто утонуть, засмотревшись на него. И глазки такие зелененькие.
Так, и здесь в конце есть описание, как работает производство Норскин, то есть это качество, традиции, то есть описание отдельное уже как прайс. Здесь все вместе можно смотреть, выбирать, медитировать над ним и что-то себе, может быть, как раз заказать к Новому году в подарок. Будет шикарный подарок. Но я, конечно же, восхищаюсь набором с тигровым глазом. На меня произвел просто неизгладимое впечатление, но это вот прям мое. Я люблю такие вещички. Мне очень понравился с гематитом набор. Ну, это просто роскошь, конечно. Необыкновенный с розовым кварцем. Но это мое, вот то, что да, вот мне понравилось больше всего. Корнелиан. Потрясающе. И это еще не все. Да, каждое украшение стоит продумать, конечно, с чем одеть, будете ли вы его носить один раз, или он вам прослужит долгие какие-то встречи, вы сможете его дефилировать не один раз, такой набор. То есть все обдумайте и сделайте себе подарок к Новому году. Или, возможно, кто-то думает, что вам подарить, а вы как раз и сделаете. Человеку упростите жизнь, показав каталог и положив закладочку в то место, там, где страничка показалась вам желанной, с тем набором, который вы действительно хотите, чтобы у вас он был в коллекции. Благодарю вас за внимание. Я прошу вас написать в комментариях, какой набор вам понравился и о каком вы теперь мечтаете. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.